Добрый день, дорогие друзья. В этом видео мы с вами сегодня разберемся с уведомлениями YouTube, то есть как их включить, как выключить, как э, расставить их по параметрам, то есть какие получать уведомления, какие не получать. То есть, другими словами, настройка уведомлений YouTube. Итак, открываете YouTube, главную страницу, и где ваш аватарчик, нажимаем и переходим в настройки. Далее в следующая вкладочка ⁇ Уведомления ⁇ и мы попадаем в настройки ⁇ Уведомления ⁇ Здесь вы сможете отключать уведомления, а также включать. Итак, уведомления в браузере. Видите, у меня плашечка стоит включена. Ее можно отключить. То есть таким образом, если вы отключите в браузер, уведомления уже приходить не будет. То есть вот здесь... Мы видим вот здесь уведомления, видите, на YouTube сюда уже ничего приходить не будет. Далее настройки подписки о каналах, на которые вы подписаны, то есть выходит новое видео и вы получаете уведомления, рекомендованное видео, то есть это более тонкие настройки, действия на канале, действия с комментариями, ответы, упоминания, записи с моим контентом на других каналах, то есть здесь вы можете включить. А некоторые, которые вас не интересуют, например, рекомендованные видео, отключить. То есть более тонкую настройку сделать своих уведомлений. Уведомления по электронной почте. Разрешение, то есть присылать. Можете отключить и на почту ничего приходить не будет. Ну, я включу. И здесь точно так же можно сделать более тонкие настройки, то есть не отключать общие новости, новости для авторов и обновления в сервисе YouTube TV. Итак, дорогие друзья, как попасть в эти уведомления, я вам рассказал еще раз, то есть на аватарчик, настройки и вторая вкладочка уведомления. Далее вы включаете, либо отключаете уведомления YouTube. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч!